Меня зовут Стивен Розенблат. Я работаю в Форксквер. Это такая платформа, которая помогает средним и малым компаниям найти своих покупателей. Уже 50 миллионов достопримечательностей добавили пользователи. И мы видим, как вспыхивают такие города, как Москва. Наши пользователи открывают для себя местный бизнес. Помимо пользовательских локаций, около 1,5 миллиона мест добавили владельцы бизнеса. Они используют Форксквер, чтобы общаться со своими клиентами, предлагать им скидки и просто новости. Типа «Заходите, ребята, мы тут печенюшки испекли» или «У нас новый кофе». В общем, мы считаем, что каждый из наших пользователей должен получать персонализированные рекомендации в зависимости от того, кто он такой, кто его друзья, где он находится, куда ходил раньше. Что действительно дает огромные возможности малому бизнесу, так это то, что покупатели постоянно носят с собой мобильный телефон. И на этом телефоне установлен софт, с помощью которого с ним всегда можно связаться. Решение можно принимать в реальном времени. Посмотреть, сколько у тебя покупателей, и если надо, сделать специальное предложение. Обратиться к постоянным клиентам. Или наоборот, к тем, кто у тебя давно не был. Для владельцев малого бизнеса сейчас замечательное время. Очень просто приводить в свои магазины покупателей. Наша цель как компании — создание такой экосистемы. Люди работают над новыми удивительными сервисами, которых мы ждем с большим нетерпением. План Б на сайте rbk.ru.